2017. От имени лица компании GRS выражаем вам благодарность за наше многолетнее плодотворное сотрудничество. И вот сегодня, пользуясь случаем в рамках нашего медиатура для журналистов, ведущих СМИ в Дагестане, позвольте вам задать несколько вопросов. Наше предприятие создано в 2012 году на основании постановления Кабинета министров и был введен в 2014 году, 17 сентября. Наше предприятие в основном использует сахар, сырец и тростникового сырца, а также, который заводится из Бразилии, а также цикловичный сахар, сырец, который заводится из России. Наше предприятие выпускает две категории сахара. Это первый экстра, который поставляется таким крупным покупателям, как Coca-Cola, Pepsi, Nestle. Еще ТС два категории, это основной, это внутренний потребительский рынок. Ну, наш завод уникален в том, что весь процесс от приемка сахара сырца до выпуска готовой продукции осуществляется в автоматическом режиме и контролируется персоналом. По внедрению международной стандартизации наше предприятие приняло решение о внедрении этих стандартов. Самое главное, чтобы, думаю, в первую очередь потребители внедрили этот стандарт. И внедрение международного стандарта позволяет нам производить и качественную, и безопасную продукцию, которая отвечает всем международным стандартам. Основное достижение нашего предприятия по внедрению международного стандарта – это является осознанность всего персонала по качеству, безопасности. С иностранным предприятием SGS Ташкент в сфере инспекционных услуг, в сфере международной стандартизации. И мы считаем, что беспристрастное отношение, беспристрастное выполнение своих задач, это является основным критерием выбора компании SGS. Еще хотел отметить, что это профессиональный уровень аудита компании GES, а именно это грамотичность, этичность и настойчивость. Еще хотел отметить, что высокий уровень подготовки, организации, проведения семинаров, тренингов со стороны аудита компании GES. Но я уверен, что наше сотрудничество будет только развиваться. Спасибо за уделенное вами время, за то, что вы приняли и нас, и средства массовой информации. Я хочу вам пожелать дальнейших успехов в работе, чтобы все ваши цели, все наши планы на 2021 год и дальнейшие годы были выполнены, достигнуты, и чтобы вы вошли в новый год уже с какими-то новыми интересными, яркими проектами. Мы со своей стороны стараемся всегда вам оказать поддержку, надежное партнерство, сотрудничество. Благодарим вас за то, что вы выбрали компанию GRS. Спасибо вам. Спасибо тоже. Большое. Всегда рада вас видеть на вашем предприятии. Думаю, что наши сотрудники будут развиваться не только по сертификации, но и по другим услугам компании GRS. Спасибо большое.